Ровно в 8 часов в Ленинском районе начали работать избирательные участки. С утра народу было немного, ведь накануне город Видно и весь Ленинский район отметили свой день рождения веселыми гуляниями. Но нашлись и те, кто в столь ранний час решил исполнить свой гражданский долг. Ну, знаете, как в поговорке, сделал дело, гуляй смело. Вот и все. Чем раньше, тем лучше. И весь день будет свободен. Я тороплюсь на работу, я работаю по выходным, по воскресеньям, поэтому хочу как можно раньше выполнить свой гражданский долг и спокойно пойти на работу. Также одним из первых проголосовал чемпион мира, двукратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Рылов. Спортсмен рассказал, что привык рано вставать и в день выборов первым делом отправился на избирательный участок. Привык к такому тренировочному режиму уже, и поэтому для меня это нормально. Там, подъем дня 8 часов, там, встать это нормально, даже я раньше, в принципе, встаю. А для вас действительно важно вот исполнить свой гражданский долг? Ну, конечно, как бы я же сам хочу, чтобы определенный человек сидел на такой должности, и как бы мне, значит, он нравится, я хочу, чтобы он дальше продолжал свою работу. Ближе к обеду активность жителей увеличилась. Было видно, что настроение у избирателей хорошее. А помогали этот день сделать веселым выступления на участках различных творческих коллективов. Так в колледже Московия в Развилке выступали как известные артисты, так и учащиеся детской школы искусств. А в Измайловской школе на избирательном участке была организована игровая зона для тех, кто пришел на выборы с детьми, а также выступления народных коллективов. Чтобы больше избирателей пришло, чтобы больше проголосовало, потому что народ у нас дружный, активный всегда, и мы всегда поддерживаем всякое мероприятие. Отдал свой голос и глава Ленинского района. Валерий Венцель уверен, что развитие муниципалитета напрямую зависит от того, кто в целом будет управлять Московской областью. Для нас, для Ленинского района, это тоже знаменательное событие, потому что мы в первую очередь понимаем, что от выбора зависит и следующая пятилетка развития Ленинского муниципального района. Мы абсолютно понимаем, что только во взаимоотношения с правительством Московской области, с губернатором можно добиться определенных успехов, которые мы перед собой ставим. Избирательные участки работали до 20 часов, а уже утром 10 сентября были известны результаты. На должность губернатора Московской области претендовало 6 кандидатов. В результате с большим отрывом на выборах победил действующий губернатор Андрей Воробьев. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Владимир Бежонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.